Доброе утро. Последняя неделя октября также будет достаточно астрологически позитивной. Начнем с понедельника, когда наши переживания будут максимально насыщенными, яркими. Единственное, чего следует остерегаться, это превышение скорости, неосмотрительных высказываний, но вообще-то все должно получаться очень хорошо. Вторник и среда – это дни, когда мы будем достаточно стабильны, обстоятельно будем рассматривать условия работы. И среда – это день, когда нам должно повести. Это время, когда очень хорошо складываются обстоятельства жизненные и должны быть позитивные результаты. Четверг и пятница – это насыщенные информацией дни. Здесь мы сможем много встречаться, общаться, звонить, писать и другими способами обмениваться информацией. Суббота и воскресенье – это дни, когда у нас будет хороший аппетит, когда мы будем с большим желанием проводить время дома, особенно воскресенье. Это, безусловно, лучший день недели. В этот день мы сможем получить массу удовольствия и от простого домашнего времяпровождения, и от компании друзей. Удачи вам, всего наилучшего!